Приветствую вас, уважаемые зрители! А сегодня мы с вами будем готовить картофельные галушки. Для приготовления данного блюда нам понадобятся следующие ингредиенты. Отваренный картофель, мука, яйцо, сливочное масло, соль и укроп. Отваренный в подсоленной воде до готовности картофель протрем через сито. В остывший картофель добавим муку и при необходимости соль. Взбитое яйцо вольем в картофель, вымесим крутое тесто, раскатаем его в жгут диаметром 2,5-3 см. Нарежем картофельный жгут небольшими кусочками. Галушки отварим в кипящей подсоленной воде в течение 2-3 минут. Подаем к столу, полив растопленным сливочным маслом и посыпав зеленью укропа. А вас, уважаемые зрители, прошу оценить наш рецепт комментарием под видео. И если вам понравилось наше видео, смело ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие видео. Приятного вам аппетита и до скорых встреч!